Помост называется Коновалов Андрей, заслуженный мастер спорта России, город Москва. Поддержим спортсмена. На помост вызывается Коновалов Андрей, заслуженный мастер спорта России, город Москва. Смена. На помост вызывается Андрей Коновалов, заслуженный мастер спорта России, город Москва. На помост вызывается Андрей Коновалов, заслуженный мастер спорта России, город Москва. На помост вызывается Андрей Коновалов, заслуженный мастер спорта России, город Москва. Поддержим спортсмена. Вес штанги 365 килограмм. На помост вызывается Андрей Коновалов, заслуженный мастер спорта России, город Москва. Готовится Киберев.
вес засчитан. На помост вызывается Андрей Коновалов, заслуженный мастер спорта России, город Москва. Попытка установить новый рекорд России. Поддержим спортсмена. 375 килограмм. Установлен новый рекорд в России – 375 килограмм. Поправка Прохорову Максиму. Новый рекорд России – 390 килограмм в категории свыше 120.